Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Драйвер51Рус. Значит, сегодня опять очередная доработочка будет у нас по куалов. Так, панель приборов для скриншотов убираем, чтобы скрины были нормальные. Значит, заряжаемся на полигоне. Суббота, выходной день, что-то никого не нашел. С кем попробовать потестить мультики. Значит, будет у нас как обычно. Так. От 3D ведерка. Батон. Так. Есть один батон. Но этот батон уже все видели. На нем добавлена сейчас синхронизация света. Сейчас будет она работать. То есть вот в таком макаре. То есть все будут в мультиплеере видеть свет изначально. То есть габариты будут гореть постоянно. Приходит ночь и загорается ближний свет. Значит, подсветочка. Также можно завести данный автомобиль. Ну, сейчас делаем потише. Значит, то есть глушим машинку. Габариты сейчас поярче загораются, машина заводит, смотрит. Естественно, еще от 3D ведерка это все дело тут было сделано, все открывалось. Присутствовала анимашка. Ну, как бы она лично для меня, так она никакой роли не играла. Колеса это Дмитрия Романенко от УАЗиков. Обалденные текстурки, то есть, ну ладно, давайте ставим сразу еще тогда еще два автомобиля автора, не знаю кто автор, то есть ставим. Такая сельского варианта медицинская служба, то есть синхронизация тоже присутствует. И скорая помощь у нас еще будет. Скорая помощь, где она? Вот она, опаньки. Чик. Вот, друзья, такой вариант пакуазов. Опять заводим машинку. Присутствует, естественно, нужно будет сейчас еще убрать две пары колес там родные. На данных двух, на скорой помощи и медслужбе, значит, отсутствует, одно могу сказать, анимация будет отсутствовать, анимация подвески. Ну, как бы, не скажи вам, так, наверное, многие бы как бы этого и не заметили, но для меня это как бы не критично получается. То есть, вот эти колеса уберу я, эти тоже уберу. Останутся, значит, вот такой вариант колесиков, то есть будет. То есть, будет стандартная резина, такая резина. И вот это, значит, ладно, пусть на скорой так у нас будет останется. Вот это все будет присутствовать, значит, три аддона на автомобиль плюс прицепы, 4 аддона. То есть трупешник у нас тут будет 50 ремонта нести. Вот он лежит в салончике такой забавный. Ладно, ужасный, конечно, аддон, но что делать. Так, будет присутствовать вот такой аддон, тоже синхронизация будет присутствовать на аддоне, то есть все будут видеть. Вот я глушу машинку, проверяем синхронизацию, видите, машина заглушенная, свет весь горит, то есть даже плюс на аддоне. Можно поставить еще у нас такой аддон, тоже синхронизация присутствует. Так, и вот такой аддон, тоже синхронизация будет присутствовать.
Все, естественно, грузится, разгружается, загружается. Ладно, давайте сразу подцепим бортовой прицеп. Подъедем сейчас на скорой. Так, теряем сразу лабуду. Значит, грузим на данный аддон, видим, что 2 очка гаража. Ой, 2 очка груза загружается. Скидываем. Упало бревно. Также все загружается. И с этого же бревна можно, кстати, ребята, загрузить у нас и прицеп. Также останавливаемся. Вот. Можем так загрузить, в принципе. Можем скинуть и загрузить через погрузку. То есть вот на машину 2 очка. И на прицеп также 2 очка. Вот, пожалуйста, 4 очка. Машинка везет. А, ну да, в принципе, сейчас еще покажу. Подождите, аддончик еще второй. Это был у нас персет. Этот аддон у нас везет только 20 литров и 300 ремонта. С такими противотуманочками. Снимаем его. И трейлсет тоже так же у нас грузится. Грузится таким же макаром, загружаются бревна. И также все это скидывается. И грузится сюда. И, ну, естественно, и прицеп, все это можно с одного бревна загружаться. Синхронизация света. Все будут видеть в мультиплеере. Вот, видите, машины там даже стоят. Вот так вы будете друг друга видеть, что свет все-таки работает на автомобилях, на ваших. Так, пересаживаемся. Давайте также пересядем на этот УАЗик. Колесики, еще раз повторяю, будут такие же стандартные. Вот эти внедорожные. Такие шоссеечки. Старые такие военного образца, такие колесики. И с колпаками. Ладно, давайте поставим сюда вот такие. По прицепам также цепляются все прицепы. То есть присутствует бортовой, перевозит дрова. Так, это у нас 400 литров, 200 ремонта, 1 очко гаража. В принципе, все они должны быть 400 литров, 1 ночь, 200 ремонта, 1. Так, 200, 200. И тут еще такой прицеп. Это 3D. А2206 батона. Так, ставится у нас такая кенгурятка, также трупешник тут даже грузится, то есть 50 очков будет. Трупешник, кенгурятник, и ставится вот такой еще аддончик. Просто у него, видите, стандартные фарки. Можно даже, давайте, бортовой мы уже пробовали, цепляли. Загрузим вот этот прицеп. Сделаем день. Поедем, загрузимся. Ну, даже можно, опять же, повторюсь, можно грузиться. Как сейчас вот так я могу загрузить, да? И также скидываем груз. И также можем обратно его загрузить там с этого упавшего полена, да? Ну, естественно, при загрузке, ой, при заправке у нас прицеп, там присутствует в нем бочки. Можно его заправить. Заправить. Естественно, при заправке топлива прицеп будет у нас присядет, как положено. Упс, АП. А, это у нас наверху тут канистра 20 литров. Сорян. Так, вот он, прицеп мигает у нас, да? 400 литров. Опа! Все. 400 литров у нас с собой. Плюс 1 очко гаража. Плюс еще ремонт. Ремонта. 200 очков ремонта. Ладно, скидываем. Ставим другой прицеп у нас еще присутствует, который возит топливо. То есть вот этот такой более легковой, да? Также загружаем. Оп, подсел. Поднялся, подсел. Также там, видите, все реально
проседает. Давайте скидываем еще и... Ну, естественно, тут более без топлива. 500 ремонта везет и одно очко гаража. Данный прицеп. Ну и бог с ним, как бы. Все, в принципе... В принципе, все адекватно. Давайте выведем этот прицепчик, заправляем его дровами сюда. Все УАЗики, то есть могут привозить, перевозить в прицепах груз. Пересаживаемся на 3D-шный. Так, у нас там колпаки тут такие. Ну и давайте на него оденем тогда тоже. Присутствует на нем же также синхронизация. Поставим. Так, какого аддона у нас? А, нет, у нас на одном аддоне. Ну, давайте туда снимем здесь. Такой поставим. Вот такой. Поставим прицеп. Его, наверное, дефолтный родной можно лупить. Так. И колесики поставим вот такие. Вот. Естественно, присутствует вид из кабины. Анимация руля отсутствует. Данный. Опа. Ой-ой-ой. ДТП. Ёлы-палы. Так, сейчас мы давайте на скорой, наверное, перекинем прицеп, потому что там не прицеп, а этот аддончик. Чтоб они не совпадали. Триал-сет набираем отсюда, ставим. Вот этот прицепчик, например, аддончик, да, и едем его, грузим также. Также все загружается, все скидывается, то есть машины везут по 4 очка. Также загружаем, также можем кинуть груз. О, видите, из прицепа все упало. То есть все загружается. Все. Все адекватно работает. Open 3. 3 это что? А, это open board, наверное. Борт у прицепа еще. Все, пожалуйста, вам все. Все тут видно. На всех автомобилях работает синхронизация света. Ну, давайте прокатимся просто на каждом автомобильчике, да. Прогоним, скажем так, легантушечки. Буквально, я думаю, что в ближайшее время выйдет данный пак батонов. Анимация, значит, присутствует на 3D-шном, на синем, полностью с открыванием дверей, подвески и так далее, кроме руля. Значит, здесь, ну, в принципе, видите, машина едет, как бы. Анимации подвески нет, но, скажем так, не критично и не сильно видно. Я считаю, что это как бы... Да, было бы, я бы сказал, что видите, как тут колеса гуляют на мосту, но это изначально как бы анимашка была не прописана, как бы в 3D Max я анимацию делать не умею. Вот. Времени, скажем, у других моделей, которые могли бы оказать помощь, как бы тоже не сильно хватает. Поэтому... Я считаю, и так, в принципе, автомобиль, в принципе, адекватный. Адекватный для подтверждения карты. Любой. Единственное, что как бы, погрузка. Надо чем-то его грузить. В аркаде, да, в симуляторе, так далее.
так, ребята, топливо увозит, гаражные части увозит, дрова увозит, карту в любую спокойно пройдет, проходимость, в принципе, хорошая. То есть на выбор можете ставить сразу пак УАЗов и кататься. Все на разных машинках. Ну, четвертого УАЗика, конечно, нет. Пока. Присутствует на всех машинах, прицепах синхронизация света. Мультиплеер, я думаю, что еще мы проверим. Просто многие модельки, скажем, изначально с версии 13.04, мододелы в свое время начинали только делать, там много косяков, многие модели просто в мультиплеере не работают. Либо не работают, либо получают... Опаньки, стреляли, ё-моё. Вот это мы прилипли, блин. Давай. Нормально, потом проедет. Просто, ребята, много было проблем, дел, переездов. Был, скажем, очень сильно занят, не было времени. Собственно, приехал, это все навалилось. Есть еще переезд, переезжаю. Слегонца я так отложил все свои дела, доработки, плюс приехал у меня компьютер подсдох слегонцушки, долго его восстанавливал, реанимировал, поэтому не обессудьте, все доработочки будут дорабатываться. Многие доработки, вот как пак тракторов я делал и летел. Очень много, наверное, я думаю, что мода 50 я потерял. Сейчас вот с проблемой с компьютером, не считая там семейных там таких различных там дел и проблем. Поэтому будьте терпеливы. Вроде сейчас вот все, я смотрю, ругаются, моды шкерят, мододелы, все там просто ужас, что творится. Я не вижу смысла ругаться, как бы все. Естественно, что как бы я понимаю мододелов, за их труд как бы они должны получать деньги, я думаю, что это должно оплачиваться. Общая синхронизация, то есть вот все, видите, светит, горит. Мододелы, естественно, должны как бы получать за свою работу. Это очень кропотливая, долгая работа. Тут даже элементарно там с доработками как бы проблем море, куча всякая, да. Изначально создатели там перетащить какую-то модельку, ее анимировать там, с пентайра сделать, это тоже очень большой труд и долгое время там занимает, что карты, что модели, да и элементарные даже там, пусть там простенькие доработочки. Все это, ребята, время. Времени, естественно, надо больше уделять там семье. Ну, видите, стараемся и там успеть, и тут успеть, чтобы всем было хорошо. А ругаться я так не вижу смысла. Понятно, да? Все косячат. Ну, благодаря, скажем так, мододелам, доработчикам, только это вся эта единица, наверное, и держится. Ну, Павел Загребельный молодец, создал обалденную игру. Ну, конечно, добить ее надо. Надо добить, надо сделать более интересное, может быть, что-то еще добавить сюда. Ну, помимо гусеничной техники, я думаю, там какой-то сюжетик, я не знаю, там машинки более адекватные, реальные. Оп, все, горит. Дальний свет у нас, видите, присутствует. Такой свет, такой. Все, будете друг друга ехать вот на различных моделях, будете друг друга видеть прям вот так вот издалека, что машина едет и прям через деревья будете смотреть, что
фары светятся, машина мчится, да, оп. Опять же, на канале можете найти, у меня присутствует синхронизация света. Вон, видите, вон УАЗики стоят, прям издалека видать их. Вся синхронизация, даже вон на КРАЗе синхронизация работает. О, застряли, кажется. Давай, давай, там полено какое-то, е-мое. О, залезли-то, ядрюшкин, матрюшкин. Эх, загнали мы батон, это е-мое. Так что, ребята, все проблемы, вся эта рубль там из-за модов, это как бы не стоит все. В жизни есть много других проблем. Вот видите, синхронизация подъезжает, даже эти фары все освещают данные автомобили. Видите, и тут как бы от этих автомобилей все свет есть. Так что вот, ребята, будет вот такой пак. Сейчас немножечко там я буквально пилю, сделаю билборды. Скажем так, уберу там колесики. И в принципе все. Данный пак УАЗика будет готов. Как я в свое время и обещал. То есть вот. Все с синхронизацией. Все грузится. Вот так вот вы будете друг друга видеть. Видите, все прицепы, все освещение работает. Автоматически будет включаться. То есть ближний свет на фарах, на головных, то есть по приходу ночи, утром будет все это выключаться, будут гореть только габариты. Также можете вот как бы вроде как ближний свет горит, да, и можете еще и дальним помигать. Кто пишет видео, так это, конечно, будет прикольненько так. Также можете у меня на канале посмотреть, будет ссылочка для любителей, для кто все-таки пишет видео, хочет создать свой канал, сделать, подключить партнерскую программу. Очень обалденная партнерская программа, это VSP Group. Ссылочка на партнерскую программу VSP Group можете найти у меня в группе, в разделе ссылки. Также под видео на канале, я думаю, что должно быть. И ссылочку на данный мод. Можете будете ее данный пак, скажем так, УАЗов можете скачать на сайте STMods. Ссылочка будет под видео на канале, когда выйдет уже мод реально. И мониторьте в группе, мониторьте на канале. Как бы сейчас вот скажем так, я видео с канала в группу не загружаю, так что ссылка на канал также есть в разделе ссылки в моей группе. Заходите, мониторьте, все там, ребята, все, кто ищет, тот всегда находит, поэтому кому это интересно, то пожалуйста, заходите, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Всем удачки, всем будет, конечно, желаю приятных покатушек, побольше от наших любимых мододелов, модов, скажем так. Ой, блин, скрин-то не сделал, надо их согнать как-то в кучу. Сейчас, подождите. Ё-моё, что-то я как-то пропустил слегонца. Подписывайтесь, естественно, в группу. В группу наших друзей. В группу Виторгана. Павла Каблукова. Подписывайтесь на их канал, естественно, тоже, как бы, чтобы где-то что-то как-то выскакивает. Не у меня, так у них где-то в группах что-то выскакивает. Обязательно, конечно, ссылочку на STMods. Там, ребята, все свежие моды, карты, все это можете там узреть, найти. Так что всем, ребята, приятных покатушек. Мониторьте в группе на канале.
данный пак батонов от драйвер 51, значит, скоро выйдет. Буквально осталось тут немножко его допилить. Просто очень был сильно занят, был в отпуске, потом приехал, навалилось, так что не обессудьте. Плюс поулетало там с компьютера очень много всего. Естественно, все мониторьте, ребята, в группах, на каналах. Все это у нас есть. Всем еще раз удачки, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь группу на канал. Еще раз всем удачки, пока.